Но на Ринмаре появятся знаки туристской навигации. Благодаря им в окружной столице станет легче ориентироваться как жителям, так и туристам, в том числе иностранным. Установка знаков будет выполнена в рамках реализации поручения президента о создании комфортной и доступной туристической среды. Из окружного бюджета на эти цели было выделено около 700 тысяч рублей. Столбы с табличками будут установлены по всему городу и указывать на расположение музеев, храма, сувенирной лавки, спортивных объектов и объектов туристического комплекса. Они появятся на улицах Смедовича, Воучейского, Ленина, Юбилейной, в районе морского порта и многих других местах. По поручению президента знаки туристской навигации должны появиться до 1 июля текущего года. Будут они коричневого цвета, потому что это международные нормы, и мы их придерживаемся, этим рекомендациям. Каждый знак будет на... Вообще, по международным рекомендациям, знак должен быть на двух языках. Это английский и это русский. Понятное дело, что у нас, ну, для России это русский, да? Понятное дело, что русский будет первый, он будет более большими буквами, а английский будет ниже, он будет... Но рабочей группой, которая у нас собралась, и были рассмотрены варианты данных знаков, было решено ввести еще третий язык, это ненецкий язык, дабы подчеркнуть наш колорит, наш этнос, чтобы все было красиво. И знаки все будут так обрамлены такими рожками ненецкими, ну, как у нас везде принято. Все будет красиво, все будет культурно. На сегодняшний день главная сложность установки туристских указателей – согласование со всеми структурами, которые отвечают за дороги в нашем округе.